В эфире День ТВ. У нас в студии профессор Анатолий Клёсов. С помощью науки, которую он развивает, есть возможность заглянуть в такую далекую седую старину, от которой не осталось даже не то что письменных источников, но даже археологических материальных остатков, каких-то предметов. И мы сегодня заявляем тему «Русские сквозь тысячелетия». Здравствуйте, господин Клёсов. Добрый день. Ну что же, тема заявлена. Тема напрямую связана с информационной войной, которая ведется разными силами. Мы часто слышали всякие нападки со стороны необандеровцев, но мы знаем, что это лишь частный случай. Значит, существование русского народа в течение сотен лет вот на нынешней территории некоторыми людьми оспаривается, псевдоисториками, утверждается, что русские – это якобы пришлый народ, что здесь до русских на территории России жили другие народы, что русские – это, соответственно, позднейшая волна миграции, это первое направление, ну и что русские, ассимилировавшись с другими представителями народа, и вовсе славянами не являются, даже до такой глупости договариваются некие горячие головы. Но спорить я не буду, а вам даю возможность с точки зрения своей науки все это разложить, что здесь правда, что неправда, может, все неправда, может, все правда, я не берусь комментировать и умолкаю. Так, понятно. Идея понятна, задача понятна. Дело в том, что действительно было сказано, что в древних культурах, или даже не культура, вообще, где когда-то проходил человек, порой это было так давно, что не осталось никаких материальных признаков. Жилище, там, оружие и прочее. Но остались кости, костные остатки. Некоторые называют их останками, некоторые остатками костными. И в них есть ДНК. Так вот, ДНК остается. Есть, конечно, случаи, когда и ДНК не остается, или проблемы. Все мы знаем или читали, какие были проблемы с царскими останками. И это всего 100 лет назад было. Но поскольку там ситуация была неблагоприятная, болото, поэтому микробам раздолье, микробы съедают ДНК. ДНК же органическая молекула. Поэтому отсюда ясно сразу, что ситуация определяется тем, а куда попали кости. Если это песчаник, это лучше. Если это тундра, это вообще гораздо дольше лежат. Там и мамонтов даже с мясом находят, почти живым, только замороженным. Если это Африка, хуже дело, потому что климат горячий. И в итоге микробы поедают ДНК, остаются микробы. Поэтому, если начинают анализировать, то получаешь ДНК микробов. Правда, естественно, исследователи тут же умеют отличать по сигналам, но хорошего в этом мало все равно. Поэтому вопрос первый, точнее, ответ. Первое, что можно анализировать – древние костные остатки и определять ДНК. Вопрос, зачем это нужно, что это дает? Что такое определять ДНК? Это означает, когда есть серия рутинных операций, выпиливается кусочек кости, а еще лучше, когда есть зуб, потому что в зубе там находится та самая пульпа, она уже окаменела, наберется микродрель, просверливается в этот зуб, извлекается несколько миллиграммов вещества, и это достаточно, чтобы сделать экстракцию, извлечь ДНК, извлечь фрагменты нуклеотидов и по ним определять, а кто, собственно, был тот человек, в каком смысле кто, откуда он пришел, куда он ушел, а именно где жили его предки, а где сейчас живут его потомки. То есть на самом деле вот эти вот костные остатки или ДНК из них, они не сами по себе зависают, они всегда встроены в систему. И вот эта система дает теперь археологам возможность узнать массу новой информации, которая раньше даже в голову не приходила. Вот раньше как? Находят там копье в одном месте, находят копье в другом месте. Если копья похожие, ну, значит, есть дилеммы. Либо это копье принесли, либо это копье диффузным путем прошло. Ну, как, продали, купили, украли, захватили с боем в виде трофея. И для археологов была большая проблема, поэтому действительно прошли десятилетия почти, так сказать, под такой эгидой запрета на миграционные вещи. То есть, когда были миграции, куда шли, слово «миграционизм» стал ругательным. Вот тот-то такой-то там ученый, он миграционист. Это значит, он интерпретируется, что миграция значит безнадежное дело. Вот так вот с точки зрения такой ортодоксальной археологии. А по ДНК гораздо проще. ДНК нашли здесь, ДНК там.
Там появились новые мутации по сравнению с этим. Значит, этот был позже. Позже, да. Да. То есть, поэтому это гораздо проще анализировать. Далее берем человека приматов и промежуточные формы, и мы видим, как идет обрастание мутациями в ДНК, и мы видим, какие формы являются промежуточными, какие уходят в сторону, какие терминировались. Это тогда, когда они могут найти на Земле ничего похожего на того примата, которого нашли остатки. ДНК совершенно другая. Есть вещи гораздо более драматические, в смысле недавние и более болезненные, когда раскапывают в Европе захоронения и находят гаплогруппы, которых, это значит ДНК с определенными мутациями, которых нет среди современников. Это означает, что терминировался целый народ. Погибли. Да, погибли. Естественно, тут же начинают ломать голову. Почему они погибли? Куда они делись? Это что? Это были войны, супостат убил, либо это был мор, либо это был климат. Но, тем не менее, база уже есть, уже можно анализировать. А потом находят этих самых родственников, потомков. Оказывается, они не из Европы, они уже в Малой Азии или на Кавказе. Кстати, вот карача-балкарцы, осетины. У них есть метка, которая раньше жила в Европе 5-7 тысяч лет назад. А сейчас они на Кавказе, а в Европе их уже нет. Значит, понятно, что они либо ушли, либо бежали. И когда начинаешь анализировать, выясняется, бежали, потому что уничтожили массу людей. Поэтому появился совершенно новый срез археологии в симбиозе. Вот ДНК-генеалогия, лингвистика, этнография, антропология. И я как-то полушутя, но на самом деле скорее полусерьезно, или даже совсем серьезно, предложил такой вариант, как общая теория поля. Не оригинальное название, но поле археологии, поле истории, поле антропологии, поле ДНК-генеалогии. И когда это синтезируется вместе, вот это, так сказать, общая теория поля. Но для этого нужно, конечно, сотрудничество представителей всех этих дисциплин. А для этого нужно тоже прийти в это состояние, когда понимаешь, что это важно и нужно, что это дает. Так вот, говоря о том, как русские сквозь тысячелетия, ну, на самом деле, это не совсем стыкуется с тем, что историки современно понимают под русскими, по их понятиям, ну, какие были русские тысячелетия назад. И спросить их, почему их не было. Ну как, не было русских тысячелетий назад. Ну, русские – это совсем вот что-то другое. Они недавние относительные. Более того, иногда некоторые агрессивные. Еще нечего русских в каменный век тащить, они говорят. Да? Или славян в каменный век. Начинаешь спрашивать, а почему так они считают? Они говорят, нет, славяне максимум были 1500 лет назад. Ну, не максимум, а такой штатная цифра – середина первого тысячелетия нашей эры. 1500 лет назад. Мы говорим, почему? А потому что славян раньше не было. Я говорю, минуточку, а как это не было славян, а что у тех, кто были 1500 лет назад, не было родителей? Да. Не было у них бабушки с дедушкой, и дальше мы уже проследим глубже. Они говорят, это были не славяне. Я спрашиваю, почему? Ну, я-то понимаю, какой ответ. Это я уж пытаюсь так вот их прижать к стенке. И выясняют, то есть не выясняется, я говорю, слушай, давайте перестаньте вот дурачиться. Потому что, по вашим понятиям, славяне – это люди, говорящие на языках славянской группы. Это искусственное определение славян, потому что так решили, вот они славяне. А до этого, когда языки были, поменялись, слегка даже, это уже не славяне. 2000 лет назад, но разница 500 лет между ними, это уже не славяне. Я говорю, вы знаете, на каких языках говорили славяне 2000 лет назад? Нет, не знаем. Ну тогда о чем разговор? А 3000 лет назад, а 5000 лет назад? Не знаем. И вообще тогда бесписьменная была эпоха, поэтому и знать не можем. А тем не менее накладывается ограничение. И вот приводит, так сказать, иногда просто в раздражение сильнейшие людей, которым начинаешь убеждать, и показываешь, что славяне были намного раньше. Как это показывать? Берем современных славян, а повторяю, давайте придерживаться вот в этот момент определения классического, это те, кто говорит на языках славянской группы. Это и поляки, и украинцы, белорусы, и русские, и сербы, и хорваты, и чехи, и словаки, и так далее. И мы знаем их ДНК. Далее мы находим ДНК такие же в захоронениях. И можем их сопоставить и показать, что вот, пожалуйста, такие же ДНК были. Это были явно их предки. То есть по определению практически. А это там 4,5 тысячи лет назад. Рафатьяновская культура. Кто они были такие? Это предки современных на русское равнение. То есть это, опять же, центральная часть Российской Федерации. Рафатьяновская культура, она прошла... Ну, примерно от Украины, Беларуси до Урала практически. Это все шлейф, такой большой, такой овал
или облако фатянской культуры. Начинаем копать. Находим положение, трупоположение, положение костяка на правом боку, ноги скорчены, лицом на запад, вернее, головой на запад, лицом на юг. То есть это классическое положение костяка группа R1A. А я поясню, что откуда берется R поначалу. Есть примерно 20 родов в мире. Выяснилось, что все человечество можно подразделить на 20 ветвей. У каждой ветви был свой общий предок. А в итоге сводится к одному общему предку для всех, на самом деле, 20 этих ветвей. И каждая ветвь имеет патриарха, у которого в ДНК определенно есть мутация, поэтому разные группы, разные ветви именно и классифицируются по мутациям. И дальше пошли их потомки, мутация та остается, такая центровая, и на нее со временем наращиваются другие мутации. Почему не наращиваются? А потому что в природе ничего постоянного нет. Вот стоит гора, да, и она после миллионов лет, трещины, камни скатываются к подножью, постепенно, в итоге, через огромное количество лет, гора песка. А даже не гора, а раздут уже просто по территории. Вот на самом деле с ДНК также. Когда копируется ДНК, есть целая машина копирования ДНК, вот двойная спираль, переписывается на вторую двойную спираль, то в Y-хромосоме, это мужская половая хромосома, 58 миллионов нуклеотидов. Вы представьте себе, идет копирование, нуклеотид за нуклеотидом, 58 миллионов раз идет как бы ксерокопия, да, 58 миллионов раз. Сделайте ксерокопию 58 миллионов раз, чтобы там не было помех, чтобы не было точек, а все затуманится. А там тоже, когда идет копирование, вот выясняется, каждый раз на протяжении некоторого времени, и время определяется, фермент копирующий или машина делает ошибку, и вместо одного нуклеотида появляется другой нуклеотид, и он уже навсегда переписывается. Не исчезает никогда. Не исчезает никогда. Ну, по крайней мере, отбираются для ДНК генеалогии те, которые никогда не исчезают. А есть такое правило, обычно выбираются те мутации, которые сохранили за все время существования человечества. То есть это, например, там 100, по разным данным, 200 тысяч лет. Но они не исчезают, более того, они даже у шимпанзе, у человека, они на 98% одни и те же. Но вы это говорили в наших эфирах. Конечно. Все-таки будем новое говорить. Я опять иллюстрирую, что они не то что не исчезают, они даже за миллионы лет никуда не деваются. Поэтому, когда мы, историки или археологи, находят древние кости и делают анализ, повторяю, сразу становится ясно, какой из ветвей относился тот человек, каких мутаций в нем не хватает, еще не образовались, по сравнению с современными потомками. И вот по количеству недостающих мутаций можно определить, а какое по времени идет отличие его древнего от настоящего. А плюс археологи датируют в годах. Кстати, не часто датируют. Археологи, по крайней мере, российские археологи, не сбалованные датировкой по радиоуглеродным методам, по аргоновым, они определяют, они говорят, стратификации. То есть по сравнению, в том же слое, вот там когда-то датировали, ну, а раз слой тоже, примерно то же самое по времени. То есть на самом деле есть большой разнобой. И вот здесь ДНК-генеалогия подсказывает, вот мы получаем такую-то цифру, археологи такую-то, ну, более-менее можно такие вещи сравнивать. Так вот, переходя к конкретике, если взять те рода человека, точнее, этнических русских. Напоминаю, кто такие этнические русские? Это те, кто считает себя русским, кто, для кого родной язык русский, у кого родители жили по меньшей мере 3-4 поколения на территории современной Российской Федерации. Поэтому мы знаем уже, в изобилии есть данные по ДНК современных русских. Поэтому, когда нашли что-то древнее, мы тоже можем сопоставить и узнать, чей это был предок. И вообще интересно бывает, что находим и прямо корреспондирует замечательно с современными людьми. То есть можно узнать, что вот предки ваши конкретные ездили на колесницах на арийских там 4 тысячи лет назад, 4,5 тысячи лет назад. То есть по фамилиям даже можно. Я помню, как-то я одному историку говорю, вы знаете, я могу прямо привести список фамилий. Это потомки тех, чьи колесницы нашли, или там псали конские и прочее, это нашли на территории, допустим, бабинской культуры, либо это синташтинской культуры в районе Аркаимы. Я говорю, просто могу дать список тех фамилий, которые понятия не имеют, что вот они напрямую от тех предков колесничих происходят. Поэтому что значит, опять же, русские 30 тысячелетия? Давайте называть русскими тех, кто имеет прямых предков современных этнических русских. Ну, кто будет с этим спорить? Они были
Потому что нет такого понятия уже «славяне», там, потому что, которому можно придраться. Это были прямые предки. Назовите их прорусы, назовите проторусы, но это несправедливо. Потому что нет про-японцев, есть древние японцы. Нет про скандинавов, есть древние скандинавы. А русских почему-то, древних не было. Ведь нет, древних русских не было. Как бы не было. Были какие-то там другие люди, которых вот описывается понятием археологической культуры. Мы не можем называть их древними русскими. Я говорю, ребята, а почему, потому что вы, не хотят. А почему японцев можете древним называть? Наверное. Индейцев можете древними, а русских нет. Вот интересно, что, и это поучительно, что вот есть такая стена, какая-то завеса ментальная у представителей академической науки, а они в первую очередь, которые крайне сопротивляются, чтобы хоть как-то удревнить, заслуженно удревнить, обоснованно удревнить. У них это вызывает ведь какую-то идиосинкразию, потому что, ну как, вот, ну не было, древних славян не было, древних русских не было, были какие-то там арии, их раздражают, потому что арии – это языки. Ну что мы о них будем говорить? Нет, а мы все учились в школе, мы знаем их по позицию. Давайте поговорим лучше о вашей науке. Значит, я просто услышал, у вас один только термин – фатьяновцы. 4500 или 1400? Да, ну фатьянская культура обычно 4300 лет назад до 3500 лет назад. Это прямые, значит, скажем так, предки значительной части нынешних русских, живущих в центральной России. Да. И это самая древняя культура. Ну, сейчас я доберусь попозже. Дело в том, что сказать русских – это тоже заужение, потому что тех же украинцев, тех же белорусов. Это тоже русские. Это тоже, будем считать, что это русские. Либо их нужно называть русские. Да, мы думаем так. Либо их называть фатьяновцами. Давайте называть их русскими. Вот. Но на самом деле, ну, тогда нужно древних поляков называть русскими. Да, почему нет? А что, есть большая разница между древними поляками и древними? Нет. Ну, тогда о чем разговор? Значит, это русские. Ну, правда, они-то скажут, что это вот у вас древние поляки. Вот позову я поляка, пусть он тогда что-нибудь скажет. А вот пока я разговариваю с вами, да, ничего не должно ограничивать. Мы-то сами себя зачем должны ограничивать? Ну, есть некоторые проблемы, действительно. Но хотя, с другой стороны, те же японцы, проблем почему-то нет, говоря о древних японцах. Хотя японцы, они произошли, вообще говоря, от древних корейцев. Или поэтому китайцев. Всегда можно. Но там китайцы немного другое. Кстати, должен привести пример, который покажет, насколько проблема непростая. Когда я был в Китае, я наезжаю туда время от времени, при мне была дискуссия японца с китайцем. И вот они, дискуссия шла молча. Перед ним лежал лист бумаги, и когда китаец писал иероглифы, давал японцу. Японец, возмущенный, молча размахивал руками, зачеркивал и писал тоже иероглифы. И, значит, в ответ китайцы, ну, вот на они одном языке переговаривались. Я спрашиваю у китайцев, хотя ответ был понятен, а что это они? Он говорит, дело в том, что язык совершенно разошелся, а иероглифы те же. Поэтому это тоже пока языки расходятся в большой степени. Языки очень чувствительны. Именно поэтому филологи или лингвисты, это всегда шатко, когда они на основании языков пытаются что-то ДНК узнать. Мы говорим про ДНК. И невозможно отделить от других и антропология, и лингвистика, и археология. Можно этнография. Хотите, отделю. Вот. Теперь, значит, говоря о фатьяновцах, конечно, есть более древние. Дело в том, что фатьянская культура вышла из культуры шнуровой керамики, которая примерно 5200 лет назад образовалась по понятиям археологов современных. Вот она шла примерно до тысячелетия до фатьянской культуры. И из нее фатьянская перешла дальше. Где она находилась? А она находилась так примерно от современной территории Германии, ну, в общем, северной как бы Европы. И они, судя по всему, мигрировали в сторону вот русской равнины, из них образовалась фатьянская культура. А там дальше другие культуры, и похоже, что фатьянская культура разошлась на несколько линий. Опять же, археологи это, как правило, не знают, или подозревают, или не уверены, потому что нет четких критериев. А тут получается так, мы видим вот эти вот гаплотипы, или так, ДНК, скажем так, с метками соответствующими фатьянской культуре, и мы видим их же на Адриатике, мы видим их же на Апеннинах. Мы видим их же на Валирии там, и Фракии. И мы можем проследить, а как эти самые древние люди ходили. Кстати, вот тоже интереснейший пример в этом отношении. Писали античные историки про Трою. О том, что когда Троя пала, то уцелевшие защитники Трои, их некто Атонор, он их, значит, был руководителем передвижения плененных венетов, как их называли, они же энеты,
они были переведены на современную территорию Италии. И там, кстати, вот Венецкое озеро, и там Венеция. А оттуда они были переброшены на самую северную часть Адриатики, в Иллирию, а там же Фракия. И когда я смотрела, кто эти люди, их очень мало в Италии, R1A, то, что как бы этнически русские половины. Я смотрю по меткам, а это Карпаты. Это восточные Карпаты, северные Карпаты, и они в Италии оказались, в древней фактически Италии. А как они попали на Карпаты? Вообще я привык перекрестный, такие вещи сравнивать, это уже моя профессиональная вещь, нельзя просто так увидел и сказал. Я беру тогда по другую сторону Адриатики, это Босния, Герцеговина, Сербия, Хорватия, смотрю, Карпаты. И там северные и восточные Карпаты. То есть каким-то образом они вот из ареалов океанской культуры попали туда на Адриатику, оттуда они перебрались, судя по всему, как раз в район Трои. И вот тут начинаются вещи, которые я с опаской произношу. Потому что давно себя дискредитировало в глазах историков предположение, что в Трое, в защите Трои участвовали славяне. То есть никогда серьезно не воспринималось. А данных-то их не было. Об этом сербы настойчиво утверждали все время. Что это вот наши, это сербы, вот славяне защищали Трою. И когда я смотрю, что действительно там в районе Трои, а это Пафлагония, это Лидия, это как раз Троя, и там идут славянские или праславянские, если угодно. Древнеславянские ДНК. Анализ ДНК показал, да? Да, да, конечно. И получается, что есть основания полагать, а они, опять же, из фатианской культуры, что шло расхождение фатианской культуры по разным направлениям, в частности, вот так вот они сделали такую дугу, придя в итоге в Иллирию, во Фракию, ну а дальше раскрутка идет дальше любопытнейшая, потому что они говорили, древние вот фатьяновцы, говорили на индоевропейских языках, потому что они говорили арии, а фатьяновцы – потомки ариев. То есть они принесли, судя по всему, индоевропейские языки как раз вот в этот ареал, на Балканы, на Адриатику, на Апеннины и далее в Европу. И, как известно, видимо, первые кельты принесли индоевропейские языки в как раз Европу. И это можно проследить и показать как раз по древним и современным ДНК. Так вот, если мы уходим не так уж глубоко, всего на 5 с лишним тысяч лет, мы тогда выходим от культуры шнуровой керамики, а до этого были, конечно, другие культуры. Сейчас мы к ним придем. Да, у меня вопросы накопились. Мы можем культуру Липенский вир рассмотреть. Это Сербия, но там часть Сербии, часть Румынии, культура Липенского вира. Это 9-10 тысяч лет назад. Давайте пока так быстро и не ходите сквозь века. Слишком уж быстро мы пошли. Я тут должен уложить себе все в голове. Так, укладывайте. Пока что у нас есть шнуровая культура, да? Да, культура шнуровой керамики. Называется потому, что когда они делали горшки, шнуром то есть они обвязывали. Шнуром обвязывали, да, да, да. И узоры оставались на глине. От шнура. Да. Итак, что мы видим? В Германии, в Северной Европе находится вот эта вот культура. Я его называю... Проще, шнуровая культура, мне так проще говорить. Ну, пусть будет так, тратить да. время. Да, нормально. Значит, из этой шнуровой культуры, шнуровой керамики, эмигрировали люди на нашу центральную равнину, да? Да. Там образовалась фатьяновская культура. Да. Потом фатьяновцы опять двинулись в Европу. Фатьяновцы, а там очень много неясностей в археологии, потому что фатьянская культура, она... или перешла, или была уничтожена некой абашевской культурой. Мы про ДНК-генеалогию говорим сейчас. Да, я понимаю. А не про археологов. Да, поэтому я к тому, что много есть неясностей в том, но в итоге со временем они опять перешли, опять пошли на Запад. Опять вернулись в Европу. Да, так. Да, они принесли свои мутации в ДНК, которую мы видим. И дальше, 3200 лет назад, это первая славянская, считается, лужицкая культура. То есть у нас круг замкнулся. Я сейчас посмотрел, они пробежались даже не по дуге, а прям четко по окружности. Германия, Центральная Россия, потом Европа, Балканы на юге, опять на север. Да. Так. Мы что же мы видим? Мы видим, что же Россия стояла пустая, никого тут не было, получается. Нет, это неверно. Вот, кто ж там был? Так вот, говоря, это одна как бы ветвь. То есть там вращаются две разных арийские ветви. Почему называются арийские? Или я так их, во всяком случае, называю. Дело в том, что все, что мы знали о ариях из археологии и лингвистики, это то, что есть арийские языки или были арийские языки, они стали расходиться на ветви, которые назвали ветви индоевропейских языков.
И вот они стали расходиться, по разным данным, 5,5 тысяч лет назад, максимум 6 тысяч лет назад. И мы видим, что есть в ДНК генеалогии есть одна группа, которая стала расходиться на ветви примерно 5,5-6 тысяч лет назад. Предыдущая уже 8 тысяч лет назад выпадает из орбиты вот, интересы археологов и историков. Поэтому тут идет стыковка. Далее, по данным археологов, это есть ариме, называют тех, кто на юге. Это степные, лесостепные племена. И вот они передвигались по всем Евразии, от вот, Причерноморья до Урала. Когда мы смотрим опять ДНК-генеалогия, я сейчас говорю о тех, которые уже традиционно называют ариями. Это гаплогруппа, или опять же называют род R1A. То есть предки русских? Это нет, это предки южной части. Дело в том, что есть такое правило, которое мы с историками сформулировали. Арии ушли, русы остались. Дело в том, что метка сначала была общая ариев. Но я понимаю, что здесь индексы мало о чем кому скажут, но это Z645. Это индекс метки. Он был единый, это вот 5,5 тысяч лет назад. И эта метка разрешается на две. То есть в каждой ветви осталось это Z645. Ну все, значит, Z645 – это предковая метка, совершенно в том числе верно. И русских, абсолютно, в том числе и ариев. Абсолютно верно. Она и северных, так сказать, ариев, да, и южных ариев. Да, все очень ясно, все очень понятно. Где эту метку нашли? Так вот, нашли эту самая метку. Самая древняя. Ну, там имеется тоже шлейф из Европы. Но тут тоже трудно сказать, потому что эта метка могла уйти на Британские острова, и она же ушла определенно, ушла до Урала, и поэтому сейчас можно гадать, они со островов британских шли, что маловероятно, либо они из какого-то центра в Европе шли туда и туда. Вы как думаете? Я думаю, что это было из одного центра в Европе, то есть из Европы они перебрались и на Британские острова, и они же пошли дальше. И вот то есть как... до Урала? До Урала и дальше, до Алтая. Понятно, понятно. Ну, значит, все-таки опять очаг Европа. Очаг Европы. Да, сколько лет назад это было? Ну, 5,5-6 тысяч лет назад. Ну, это вот общая метка Z640. Да, это же Z645 образовалась 5500 лет назад примерно. Ну, там в Европе. Можно с натяжкой сказать, ну, плюс-минус 500 лет. Ну, это не самое главное, да. Да, это не самое главное, но есть люфт некоторый здесь. Так вот, эта группа разошлась на два потока. Один северный, если угодно, или средней полосы. И там этот индекс Z280 образовался. Вот он есть у всех этнических русских, гаплогруппы R1A. Ну, я тут немножко утрирую, есть еще подветви или боковые ветви. Но будем так говорить о тех, кого большинство. И вот, то есть, короче говоря, этнические русские образовались из арийской ветви. Нельзя говорить, это надо простеречь. Ну, это русские, это арии. Нет. Дело в том, что сама эпоха ариев кончилась еще 2,5 тысячи лет. Мы же не говорим, что мы русские, мы вот Киевская Русь. Говорим. Мы потомки Киевской Руси. Да, это одно и то же. Ну, как же. Одно и то же, потому что все понимают, что, условно говоря, сын, есть отец, есть дед. Мы понимаем, что это три разных человека, но мы также понимаем, что это одна и та же семья. Да, но вот. Я скажем, потомок детей боярских. Я же не говорю, что я сын боярский. Я потомок. Тут приходится различать эти вещи. Слово «сын» я может обобщенный смысл иметь. Я не говорю, я рыцарь. Об одном и том же. Да, я не говорю, я рыцарь. Ну, потомок рыцаря. Предок рыцарь. Да, вот это правильно. Рыцарский род. Вот мы об одном и том же. Тоже можно говорить. Вот я про то и говорю. Приходится осторожно такие вещи выражать, потому что тут же поднимаются... Вы привыкли разговаривать, такое ощущение, что с какими-то просто демагогами, которые только и ждут, когда вы оступитесь. Естественно. А здесь нет таких, я надеюсь, наоборот. Здесь нет. Поэтому все, забудьте о них, не делайте этих оговорок. Нам ясность нужна. Потому что они пусть хоть на уши встанут после вашего эфира. Вот ясности зачастую нет, поэтому приходится говорить осторожно. Потому что вот только что мы сказали, что есть Z-65, куда они пошли. Либо ты с центра направо и налево, либо откуда-то тут в разве одну сторону. Разве по мутациям нельзя определить движение? Нет, потому что их пока мало найдено древних гаплотипов. По современным трудно сказать, надо смотреть древние. Вот так по ним можно сказать. Вот я про это спрашиваю. Но то, что можно сказать, это то, что... У большинства русских это Z-65 есть. Так. Она есть у ариев, у тех самых южных, которые, так, по понятиям историков, как бы настоящие арии. Не слушаем то же, их. То же самое. Та же Z-645. И дальше, если говорить про северных, вот они как раз ходили вот этими фатьяновские культуры, они ходили на тоже юг, по Европе. Конечно. Ага, давайте так, мы здесь зафиксируем еще одну точку узловую, которую мне удалось из вашего разговора для себя вот зафиксировать в голове.
Итак, мы нашли предка русских возрастом, сколько, 5500 лет. Тысяч лет у него назад, была во вот эта метка, случае. Это минимум, Z645, да, и да. Находился этот человек древний в Европе. Да, и вот оттуда из Европы они прошли через культуру шнуровой керамики, у которых есть это Z645, в культуру фатьяновскую, наверняка были еще вокруг разные расселения. Более того, поскольку слишком много данных по топонимике, что вот название Зюрик, это вот очень перекликается с санскритом, и это на самом деле так есть. То есть они ходили, похоже, и по русскому северу, а также ходили на юг. Вот о чем шла речь. Это через Италию современную, там, Иллирию, Венеды. То есть шли они, так сказать, замыкали круг, и в итоге вот русы... Круговорот такой получается. Круговорот был, если угодно, да, этих русов. А которые южные, у них они тоже были частью этого круговорота, нет сомнений, потому что языки были те же. Они же не знали, у кого... Это самое Z208, кого там Z93. Они были вместе, это потом так получилось, что они разделились. Так вот, а южные, которых историки привыкли называть или ариями, или индоевропейцами, что тоже языковое понятие, вот они прошли по степной и лесостепной полосе, и вот дальше пошли культуры, которые не являются предками русских современных. Это, скажем, ну, одна из первых, это срубная культура. Поднимаем останки человеческие из этих культур, а археолог говорит, это срубная культура, нет сомнений, вот у них такие-то срубы, хоронят, значит, в могилах, которые из бревен сложены, вот почему срубные культуры. И у них и же Z645, понятно, да еще добавилось новое, вот Z93, который нет у русских этнических современных, они разделились. Далее, после срубной пошла там потаповская культура. Где территориально это находится? Это находится, опять же, на русской равнине. Как вы хотите сказать, что это не русские, если они находятся тут же на русской равнине? Да, конечно, находятся. Но ветвь вот этой метки у этнических русских современных практически нет. А у кого нет. Есть? Она есть, сейчас скажу, у кого. Она есть у карачаев-балкарцев, у татар, у киргизов, у башкир, у чувашей. То есть здесь вот они как раз... Это параллельно, это, так сказать, братья, если угодно. Они ушли с центральной равнины России на юг. Они прошли, как Z645, на русскую равнину и пошли по южной части. Да, теперь пошли. Все понятно. И вот они несут эту метку, у которой нет русских. То есть они уже как бы отделились. И вот эта срубная культура, потом потаповская культура. Это, пожалуйста, это между, допустим, Самарой и Уралом. То есть так, нет такой точки, где там находят много разных культур. Потом культура синташтинская. Вот, кстати, синташта – это аркаим современные. Датировка археологическая – 4000 лет. Даже иногда с войском – 4100 лет назад. Гаплогруппа – R1A. Мутации – Z645 и Z93. Не предки русских. Не предки русских. А предки азиатских народов. Остались, да, и индийцев. Так вот, прошли дальше. А дальше они опять разделились на части. Одна часть пошла в Иран, на иранское плато, стали иранскими ариями. Метки Z645, Z93, не предки русских. С ними понятно. Дальше так. Пошли в Индию, смотрим их. В Индии высшие касты. Угу. Z645, Z93 не предки русских. А мы это про братья. Русских эфир давай делаем пока. Я понимаю. Давайте про русских, я иначе показываю, мы как отделить. Не уложимся, к сожалению, вынуждены. Потом ушла еще дальше группа. Прошла, они, значит, прошли мимо Индии, а ушли на Алтай. И стали скифами. Там так называемая культура скифского круга. Я сейчас объясню, почему я про них упоминаю. А они опять... Z645 и Z93, они не предки русских. То есть скифы те не являются предками русских. Задача, которая уже 200 лет волновала историческую общественность, а и не только, Блок, скажем, там по поводу скифов, цикла его, что русские этнические не произошли от скифов, по крайней мере, от тех, кого мы видим. Это отдельная линия. А поэтому это, я на этом сейчас закончу, на эту вот южно-арийская ветвь. Который Z93, которого практически нет у современных этнических русских. А у татар есть полно. То есть скифы и татары родственники? Да. Киргизы, татары произошли в своей подавляющей части от скифов, и это та самая Z93. У русских этого нет. Поэтому переходим к теме, которую многие интересуют, которые прочитали много раз, по скрибе русского найдешь татарина. Ничего подобного.
сколько русского не скреби, за 93 татарского не найти. Северного европейца найдешь, да? Найдешь северного европейца, да, вовсе не. А вот если татар поскрести, там на самом деле русских этнически можно найти немало. Но это, видимо, и смешанные браки, причем, наверное, что татары берут, так получается, в жены как раз русские, поэтому не меняется у них, а остается за 93. То есть мы на этом замкнулись, что как раз вот киргизы, пуштуны, вот это южно-афганские вещи, Карачао-Балкария и прочие вещи, они все – это скифское направление. И у них у всех общие предки – это начало нашей эры. А вот у русских общие предки 5000 лет назад. То есть начало это 2000 лет назад, а русские, они очень древние, это как раз вот древняя ветвь. Поэтому, повторяю еще раз, к чему мы пришли, что есть два, так сказать, завихрения вот этих ДНК. Одно завихрение – северноевропейское и умеренная полоса русской равнины. Вот они там как раз Шнуровая, Фатьяновская уходят туда, на в Адриатику, на Балкан, в Европу. И опять же, Венеда, торговля янтарем. И вот эти янтарные пути – это все братья или предки современных этнических русских. А вот завихрение южное, которое ушло, опять повторяю правило, арии ушли, русы остались. Но русы тоже потомки ариев. Поэтому здесь вот не совсем точное определение. Не потомки ариев, потомки тогда тех, кто до ариев. А это, да. До арии. А вот это, что церпет, это есть арии. Ну, вы сами сказали, что арии ушли. Вот я поэтому приходится, вы говорите, нужно осторожно. Вот видите, я сказал неосторожно. Вы сказали уже очень четко, на самом поэтому деле. Поэтому давайте так, южные арии ушли, да, а северные арии остались, вот, и вот, они стали русскими. Вот это я и хотел от вас услышать, да, на самом деле. Потому что, наоборот, я вижу, что вы осторожничаете, мысленно споря с теми, кого здесь нет. Вы да, но приходится формулировки с осторожностью к ним относиться. Короче говоря, но такого нет понятия внуки северной арии. Будет. То есть их нужно будет вводить. Будет. Более того, та же фатьянская культура. Я когда ввел, что это понятие – это древние русы. А куда мы от этого денемся? Это предки современных этнических русских. Тут начинают шуметь историки, а такого понятия русов, такой древности нет. Я говорю, ну, добро пожаловать в науку. Потому что наука не то, что там есть, а то, что еще в процессе развивается, появляются новые понятия, новые терминологии. И вот это вот. Есть такая Лидия Павловна Грот, которая, кстати, историк, очень, очень грамотный, толковый. Кандидат исторических наук, добавлю от себя. Наук, да. И она как раз, вот эта формулировка, в большой степени ее арии ушли, а русы остались. Вот тут мы ее сейчас подкорректировали мы ее формулировку, но, по сути, не изменили. Северная ария, южная ария. Так вот, значит, это, и наконец, когда мы смотрим культуру археологически, вот южные, это все не предки этнических русских. Но это настолько близко. Потому что те же арии ушли, например, через Кавказ на Ближний Восток. И когда мы смотрим на фрагменты ДНК, это практически то же самое среди арабов, что и среди этнических русских. Но мы это говорили, мы не можем, к сожалению, над этой интересной темой оставаться долго. Наше время очень быстро уходит, поэтому я дальше задаю вопрос. Пожалуйста. Самая древняя культура, которая является предковой для русских, нами установлена на данный момент эфира. Это культура шнуровой керамики, местоположение Северная Европа. Древнее этой культуры есть конечно, что? Конечно, есть. Это культура, например, гребенчатой керамики. Где она находится? Она, это Балтика, современная Карелия и, в общем-то, район даже Белого моря. Вот тот, в любом случае, северный. Так. Вот там эра Дина, датировки, 7 тысяч лет назад. Это предки русских? Это, да, это Z-280, это эра Дина, это никак не Z-93. Более того, есть датировка, скажем, есть такое в Карелии, Южный Оленей остров, такое есть место. И вот там, когда копнули, нашли опять же эра Дина, но это даже не Z-280, это еще древнее. То есть, потому что я же говорю, что образовалось 5,5 тысяч лет назад Z-605, а это еще до этого, это 7-8 тысяч лет, 7500 лет. И вот получается, что самые древние предки современных русских – это Прибалтика, и это север, вместо Карелии и севернее. Никаких вот финно-угорских, или как угодно их можно по-разному называть, там не было, не найдено пока. То есть они пришли гораздо позже. Финно-угры. Ну, финно-угр – это язык финно-угорский. Ну, все же понимают, кого имеется в виду. Ну, я не знаю. Все понимают, о ком идет речь. Ну, есть же набор народов.
скажем так, список народов, точнее сказать, которые в это укладываются. Мы понимаем одних и тех же людей. Давайте осторожно формулировки. Это те люди, которые позже стали говорить на финно-угорских языках. Пусть так. Да. Так вот, их еще не было к тому времени. Откуда они появились? Они появились с Урала. То есть, так. Они появились с Алтая. Они прошли на север вдоль Уральских гор. Перешли через Уральские горы, есть разные варианты, но это не так важны. Либо это средний примерно Урал, либо это северный Урал. То есть они перевалили через Урал, и они разошлись на несколько потоков. Один, как булгары, пошли в современную Венгрию, в частности, а другие пошли в Прибалтику. Причем они тоже разделились на два потока. Одни стали потом финнами, а другие стали потом литовцами, латышами и поляками, тоже, у которых тоже частично, много здесь. Частично, да? Частично, конечно. Поэтому, причем сначала пришли те, кто потом стали балтами, значит, литовцами, латышами, это примерно 2500 лет назад, опять же, середина первого тысячелетия до нашей эры. Финны пришли гораздо позже, это уже наша эра. Это в лучшем случае начало нашей эры, а на самом деле это 500-й год примерно. Поэтому никаких разговоров о том, что древние там финно-угры или финны, или угры жили на русской равнине, она принадлежала им по праву, да? А славяне пришли нехорошие. Позже. Позже. Якобы. Якобы. Их ассимилировали и пришли завоевателями. И это историческая несправедливость, которую надо вообще выправлять и отдавать финнам русскую равнину. Тогда будет по справедливости, говорят те, которые называют либералами. Они и в исторических науках либералы. Я говорю, где эти данные, что финны жили на русском уровне. Ну как же, финская топонимика. Например, город Москва, это финское название. Кто вам такое сказал? Начинаем смотреть литературу. Придумано. Потому что Москва, пожалуйста, это можно от слова «Москва», это мечеть, это культовое сооружение. Чем это хуже, чем финская топонимика? То есть, на самом деле, слово «Москва» есть, наверное, вариантов 30. Спекуляции, возможно. А нет, да? То есть, выхватывается один вариант. Нет, мы, вот потому-то я вас позвал, что в отличие от гуманитарных наук, ДНК – генеалогия – точная наука. Поэтому почему я вот абстрагируюсь все время от лингвистики, от археологии. Это не точные науки. Ваша наука точная. Гены – вещь точная. ДНК – вещь точная, как математика. Соответственно, мы смотрим, когда пришли, значит, финны, финно-угры на центральную русскую равнину, там уже были там народы, уже 2000 лет, фатьяновцы жили, да? 2000 там? Лет жили там предки русских современных. Да, фатьяновцы они были. Поэтому пришли туда вот как раз угры, которых финна-то называть было никак нельзя, потому что до финнов еще нужно было идти. Так пришли угры гораздо позже. И, судя по всему, они просто объединились, создали семью с теми вот предками русских, которые жили там, и более того, они стали говорить, когда придя на Балтику, на тех же индоевропейских языках, не на финно-угорских. Из финно-угорских только эстонцы говорят на языках, и финны. А вот литовцы, латыши – это языки индоевропейской группы, которые как раз языки гаплогруппы R1A. Близкие к древнерусскому языку. Конечно. Поэтому они пришли, они образовали семью, никакого не было ассимиляции населения. А какая ассимиляция? Смотрите, возьмем современных литовцев-латышей. У них 40% гаплогруппы R1A и 40% той самой угорской, или как ее называют, там N1, A1. То есть поровну. Это означает, что они пришли и синхронно образовали или симметричные, и никто никого не ассимилировал. Все эти байки о том, что пришли славяне и, значит, там поубивали, поассимилировали – ерунда. Так вот, на самом деле, здесь кроется большая информационная бомба, которую наделились они, что она сработает. Это то, что русские или славяне – пришельцы. Земля этим по праву не принадлежит. Там жили древние охотники и рыболовы, которые стали жертвой славянского, так сказать, вот супостатства, так скажем. Это пришли... все идеологическая демагогия, абсолютная, опровергаемая точной наукой. Вот что самое, конечно, главное. То же самое по поводу норманнов и прочих скандинавов. Не было их, то есть нет их потомков на русской равнине практически. Нет их ни среди русских, ну, кроме единиц абсолютно ниже всякой статистики. Ни Украины, ни Белоруссии, ни Литва. Опять же, никаких скандинавов не было. Поэтому все эти байки норманистов о том, что они были в количестве десятков, а то и сотен тысяч человек, и скандинавы на русском равнине, этого просто не может быть, потому что нет их, не осталось никакой ДНК. Генетического следа. Не может быть. Поэтому мы еще вскрываем вторую информационную
так сказать, бомбу или так вот информационной войны, которую пытались подсовывать. И почему, вот как раз продолжая наши предыдущие истории, почему я их, скажем, называю абсолютно без всякой колебаний русофобами? Потому что это люди, которые продвигают идеи информационной войны, которые объективно вредят или пытаются расшатать вот те исторические положения, которые они хотят свернуть. О том, что действительно жили, считайте, 5000 лет предки русских на русской равнине. Вот поэтому эти вещи почему важны? И, к сожалению или к счастью, эта наука становится тут же политизированной. Я, скажем, не хочу заниматься наукой политизированной, потому что это уже становится не наукой. Поэтому моя задача – дать объективную информацию. И пусть другие разбираются, и почему я хотел бы разбираться в дружестве с археологами, лингвистами и прочими, но они большинство, к сожалению, РАН, Российская Академия Наук, она стимулирует вот именно вот эти вот положения и о том, что о финнах или о уграх на русское равнение, а эти нормандские теории, это, к сожалению, это мощное педалирование в Российской Академии Наук. Поэтому пока в Российскую Академию не придут руководители, которые честно и объективно этим займутся, это будет продолжаться раскол фактически, так сказать, идейно-политически-научный. И вот это, конечно, неправильно. Как вы назвали вот эту древнюю культуру, которая находилась на Белом море? Гребенчатая керамика. Гребенчатая. До да. нее что там? Ну, в общем-то, конечно, можно опускаться дальше. На самом деле, объективно говоря, как минимум 60 тысяч лет развивается вот от общих предков, расходятся разные ветви, поэтому можно копать по меньшей мере. Что, есть такие древние ДНК? Анализы есть такие? А ДНК неандертальцев анализируют. Нет, я не об этом. Нет, 60 тысяч лет древних таких нет. Вот, видите, нет, я же уточнил. Пока нет. На самом деле... Есть... Вы поторопились. Да, есть проблемы, когда совсем... Ну, я же сказал, что 100 лет всего лишь назад, как возится с ДНК семейства Романовых. Вот, поэтому я уточняю. Вот, а тут, ну, уже докопались до 40 тысяч лет назад вот неандертальцы. А поскольку идут большими шагами вперед, идут методы вот эти вот генетические, это уже не ДНК, генеалогия, это работа с ДНК. А различаются действительно науки не объектом, а методологией. Вот, скажем, генетики не владеют методологией ДНК-генеалогии, это фактически физическая химия. А мы и не собираемся подменять генетиков и вести генетический анализ, это их епархия. Поэтому надо здесь дружить. Пока дружбы нет, к сожалению, потому что есть разногласия, и генетики, которые занимались этим последние 20 лет, столько наворотили в отношении ДНК-генеалогии, так сказать, что когда мы стали все раскручивать, то резко поднялось неприязненное отношение, что вообще вы нас, ребята, просто подводите, потому что нам нужно либо каяться, что 20 лет наполняли мусором академическую литературу, но либо пойти в агрессивный отток и попытаться вас своротить, значит, нас, то бишь. Чем они сейчас активно и занимаются. И это под эгидой Академии наук. Не вся, конечно, Академия, но есть отдельные лаборатории, которые во имя спасения своего реноме, что они мусор продуцировали 20 лет, идет агрессивная атака, но без дискуссий. А правильно, нечего с ними дискутировать. Нет, я бы с удовольствием... Сейчас я имею в виду заочно. Это мне доставило большое удовольствие просто показать всему миру, чего эти направления науки стоят с расчетами. И вопрос закрыть. А так, я сейчас читаю уже исторические статьи, которые пишут историки, они пишут, что продолжаются острые дискуссии. Да, но нет никакой дискуссии, нет есть никакой просто дискуссии. Приписывание вам всякой ерунды. Конечно. Я так предполагаю. Так оно и значит, есть. Значит, последний вопрос в этом эфире. Значит, самая древняя метка, самый древний анализ, который ДНК сделан, и который можно установить, что это предок русского. Сколько лет ему? И где этот предок? Ну, я не знаю, русского или это будет... Ну, в общем, на самом деле, русского, конечно. Это вот те самые 7-8 тысяч лет назад культура гребенчатой керамики. Вот пока эти вещи есть. Теперь есть такая нарвская культура, тоже прибалтийская. И там уже найдены вот какие-то, правда, редкие R1B. То есть, на самом деле... Раскручивать-то трудно. Представьте себе, сейчас взять в России, сделать там пару анализов ДНК и сказать, вот это современная Россия. Кого случайно взять?
так нельзя. То есть нужно делать много, делать перекрестные проверки, и нужно понимать, откуда взялись, куда пошли. Не, ну 7 тысяч лет нам достаточно. В общем-то, да. По крайней мере, 7 пока. 7 тысяч лет, да, конечно. Причем это, повторяю, не те самые, вот если взять литовцев-латышей, это не те угорские, это именно та часть, которая прославянская. И поэтому я понимаю, что, наверное, в странах Прибалтики, которые сейчас, тем более, политически очень, так сказать, они чувствительны, скажем так, для них это просто удар. Но, оказывается, не балты жили там 7 тысяч лет назад, а предки современных, фактически, этнических русских. И это вот ломает многие построения, и поэтому мы этим активно занимаемся, чтобы создать цельную картину. Призываю послов прибалтийских государств смотреть наш канал. В студии был профессор Клёсов, я ведущий Дионис Каптарь. Будут и следующие передачи. До свидания.